Дорогие друзья, у нас радостное событие. Мы, наконец, организовали дистанционный семинар по неврологическим нарушениям в детстве, который будет проводить Трейси Гейтс, английский специалист, ведущий специалист по неврологическим нарушениям детского возраста. Она будет проводить на семинар 17-18 октября, а 25 октября будут ответы на вопросы. В чем суть этого семинара? Вы, наверное, знакомы с методикой известного специалиста Глен Домана. Он очень долгое время проводил с больными с тяжелыми поражениями центральной нервной системы и убедился, что нервную систему ребенка можно восстановить. И моторные проводящие пути, и чувствительные двигательные пути можно восстановить, используя специальную методику, разработанную им, универсальную для активации определенных участков головного мозга. Эта методика была модифицирована, разработана, индивидуально апробирована при помощи методики Трейси Гейтс. И она в течение 2 дней будет вам показывать на тяжелых больных, как можно этой методикой воспользоваться. Мы должны идти рука об руку, нога об ногу с современной медициной. И если у вашего ребенка есть какие-то признаки минимальной неврологической дисфункции, этот семинар для вас. Потому что просто, доступно и эффективно будет показана методика Глена Домана в практической реализации для тяжелых больных. Будут разобраны пациенты. И самое главное, вы можете задать вопрос по своему ребенку непосредственно в диалоге с госпожой Трейси 25 октября на диалоге «Ответы и вопросы». Я не знаю, будет ли у нас еще такая возможность пригласить такого специалиста, но сейчас она есть и есть для вас. Здоровье вашего ребенка в ваших руках. Пожалуйста, найдите время, чтобы посмотреть и быть на вооружении, на передовом уровне науки и сделать так, чтобы ваши дети не страдали от проблем с заболеванием нервной системы. До новых встреч!